и револьвер «Оцелот». Специалист по допросам, а также грозный боец. И, наконец, лидер Фоксхаунда. Жидкий змей. Жидкий змей? Человек с такой же кличкой, как у тебя. Хранилище ядерного оружия занимает весь остров. Я проинструктирую по рации, когда вы достигнете цели. Кто-то пойдет со мной? Как и раньше, это задание для одного. Нужно проникнуть на базу. Оружие и снаряжение ОСП будет на месте? Да. Это сверхсекретная операция. Не ждите официальной помощи. Наготове. Он должен быть где-то здесь. Я знаю. Я пришел, чтобы драться с парой надоедливых летунов.